must win. Loopbet, made for live betting. Dream Eaters Sharks стартует вот-вот, друзья, на канале студии UCC. У микрофонов Тол и Злоба, и это противостояние лично для меня является достаточно интересным. Sharks еще давно затронули мое сердечко, еще где-то, наверное, полгода или даже больше назад, благодаря своей агрессивной игре, а Dream Eaters — это же наши мальчики. Да, неоднозначный такой матч у нас получается, непонятно, чем он закончится на самом деле. Sharks не так много матчей, я их наблюдал, если честно, и в последнее время не знаю, в какой они форме. А вот Dream Eaters видел, и на том же самом Лутбе TCS на квалификациях. Они обыграли Немигу со счетом 2-0 в начале, но вот потом проиграли по итогу. Да, вот, кстати говоря, маппики на ваших экранах. Собственно говоря, Dust Train у нас будет первыми картами. Команда забрали, ну, практически свои сильнейшие карты. Если в плане Dust для Dream Eaters это понятно, то Train для Sharks это вторая после Нюка. Нюк, естественно, Dream Eaters убрали со старта. Ну и все, у нас сойдется на карте Демираж. Вероятность увидеть все три карты довольно высока. Сейчас посмотрим, почему. Давайте посмотрим на винрейты команд на картах, и там все станет абсолютно очевидно. Сразу же понятно будет. Будет, в принципе, ну и что мы видим? Dream Eaters практически не играют. Да, там вообще одна сыгранная игра у Sharks. Нет, три сыгранных игры у Sharks, все три проигранных на Дасте. И 71% винрейт у Dream Eaters. Ну, то есть шанс увидеть Мираж, он ого-го какой. Да, и это будет интересно, на самом деле, три карты мы в первом BO3 сегодня не смогли посмотреть. И вот сейчас, возможно, все это будет реальностью. Кстати говоря, посмотри на позиции в ХЛТВ 73-77. То есть очень близко оба коллектива находятся по рангу. Да, в целом, да, они во многих параметрах получаются схожими. Там средний возраст, там КД и прочее. Кстати говоря, расписание на ваших экранах. Завтра у нас играет стак Скрима против Виндиго. Матч обещает быть очень интересным. В 18:00 он завтра идет. Ну и сегодня у нас уже одна СНГ-команда победила против Virtus.pro. Это были Немига. Ну и посмотрим, удастся ли повторить успех своих соотечественников. Ну, можно, я думаю, так сказать, в рамках СНГ, да? Да, да, Dream Eaters. Да, да. Все мы одна большая семья СНГ-команды. Все мы, конечно же, топим за своих. Тут уж извините. Ну, также вы голосуйте, и мы посмотрим, на самом деле, за кого ваша, в принципе, за кого вы отдадите эту победу. Да, восклицательный знак D за Dream Eaters, восклицательный знак S за Sharks, и кто, по вашему мнению, победит. Я бы свой голос отдал все-таки команде Sharks, но я абсолютно не удивлюсь, если даже там 2-0, грубо говоря, закроют Dream Eaters, потому что Dream Eaters, например, тех же Немига закрывали на трейне вот недавно. Пускай они его практически не играют, но они по наитию. Да, это команда, которая может удивить. То есть сегодня у них хороший день, но это, в принципе, наверное, 80% СНГ-коллективов так играют, да? Сегодня мы круто играем, завтра, к сожалению, не очень стабильно. Стабильности не хватает, но, надеюсь, против Shark бензина достаточно. Пока поножовщина на карте D даст 2, которую выигрывают Sharks. Ну и можно будет выбирать сторону. Скорее всего, выберут защиту. Хотя от них мне приятнее наблюдать именно атаку. На самом деле, карта Dead Us 2 много будет расставлять на свои места. Опять же, посмотрим, в каком расположении духа сегодня Dream Eaters. Да? Посмотрим, насколько Sharks, бразильцы против СНГ-команды готовы играть этот самый Dead Us 2. Потому что, ну, пускай у них нулевой винрейт, но они все-таки вот трижды успели сыграть против своих ребят. Так что... И как ты говорил, они очень агрессивны. И на карте Dead Us 2 50-50. Вот это шок-контент. Ровно. То есть твоего голоса не хватило, Тол, сейчас за Sharks. Чтобы у меня нет голоса. Да. На самом деле и агрессивная игра на такой карте, как Dust 2, она может эффективно сработать. Все мы помним Виндиго, как они жестко играют на этой карте. Вылетает там с моя голову постоянно аркады под... То есть по респаунам играют, грубо говоря, да? Есть респаун под лонг, тут же полетели под лонг. Есть респаун под Б, полетели под Б. И, возможно, мы сейчас то же самое от бразильцев. Тут респаун под Б как раз-таки у Dream Eaters, но бегут они в обратном направлении. Есть смоук, смоук и две флешки у Dream Eaters на святе. А тут JNT будет с двумя флешками.
ножками и китами играть в защите. Один по точка в яме, и Лео Дранки сейчас может подставиться. Начинается стрельба. Один хэдшот дает, кстати говоря, неплохо, учитывая, что он был только лишь один в этой позиции. Но Dream Eaters пока что не понимает, что на точке А никого, и это дает время Sharks перетянуться сюда втроем под КТ. Да, здесь уже с ХЛП будет три игрока, и, в принципе, этот смок не флешка, полностью флешка закроет. Оу, на чек Лэгзит говорит, 100% здесь все погибают, его тиммейт, он врывается в блайнде, потому что флешка залетела ему в лицо. И Нак, Нак последний. Сам же ослеп от флешки своего тиммейта. Нак один против четверых, и мы понимаем, что, ну, практически невозможно такой раунд потащить. Правда, Свят отваливается, и шансов становится гораздо больше. Да, Нак был 1 в 4, но сейчас, может быть, и потащит опыта горы. 31 год игроку еще с Фолленом в свое время успел покатать. Но тут, собственно говоря, шансов было настолько мало, что никакой опыт тебе особо не поможет. Проблема-то в том, что, ну, бразильские команды, давай будем откровенными, они очень мало практикуются с европейским КСом, с европейскими командами. И где-то вот здесь не хватить может того самого опыта. Вот Sharks-то и пытаются это исправить уже не в первый раз, создавая буткемпы именно в Европе. И, ну, практикуются против европейских как раз-таки коллективов и пытаются наверстать упущенное. Ну, пока то полный экономический от бразильцев. Ничего не купили. 5 дефолтных пистолетов, ни одной гранаты нет. И, по идее, для Dream Eaters это должна быть легкая сладкая булочка. Пока в прыжках чекается под бой, так Святу попали довольно больно. 36 хп у него осталось. Пуш ланга в этот момент там готов принимать уже это все дело. Форестер отходит на Террис Паун, но по стрельбе не очень хорошо залетает. И он теряет свой автомат Калашникова. И это неплохое приобретение сейчас для Sharks. Определенно можно пытаться сейвить. Лео Дранки 2650 в следующем раунде АВП он вероятнее всего купит. Ну, кстати говоря, и GNT со снайперской винтовкой мы видели. И экзита, но я думаю, что все-таки Лео Дранки будет пытаться приобрести себе этот девайс. Ну, пока Кинки пытается здесь еще финансы какие-то зарабатывать со своего МАГ-10, конечно же, зачекает Винти. Здесь его он уже не желез. Плюс дополнительные 600 баксов. Самое главное сейчас для Sharks как раз-таки засейвить автомат Калашникова. И более того, там еще и молотов достался Лео Дранки. Это ни много ни мало тоже плюс деньги. Да, определенно, экзит тут как лакмусовая бумажка будет просто тестировать соперников для того, чтобы, если что, там уже по информации отработал тиммейт. Очень странно, что Свят тоже летит туда же, куда и все. По итогу еще и спидак падает, но девайс забрать не получилось. 2-0, Dream Eaters впереди, сейчас будет бай, Лео Дранки, в принципе, может даже АВП дропнуть своему тиммейту. Нет, не стал. Не стал этого делать. И... ну, он бы тогда остался без армора, то есть, я думал, что, может быть, он купит себе авик, постарается один раунд с ним сыграть, уж как-то по респауну, может быть, но нет, решили не рисковать. Это было бы приятно, на самом деле, получить сейчас АВП. Но знают, что есть фармганы, возможно, из-за этого не стали рисковать. Тут выход под флешки, и по карте справляется экзит, отлично, но игрок с маки зашел, это Форестер, по нему информации нет. Но у него только МАГ-10, не так. Самый эффективный девайс в упоре. Правда, хорошо получилось поработать по Лео, но, к сожалению, не летальный дэмэдж. Там Зиг открывается Кинки. Кинки постепенно в пропрыжке пытается найти соперника. И, в принципе, находит, но получает по голове. 15 хп остается. И понимаю, что эти перестрелки уже ничего хорошего ему не сулят. Да, втроем Dream Eaters остаются против пятерых. По гранатам, в принципе, есть раскид какой-какие, смоки, флешки. Но опять же, как выходить там? Два игрока с подъема, один на ланге и на А практически нереально. Здесь Пидак пытается на себя внимание отвлекать. Есть контакт с точкой Б, получает по хребту немножечко, 36 хп остается. Ну и, в общем-то, мы понимаем, что с такими хп и таким преимуществом Sharks этот раунд не отдадут. Ну, погоди, еще Свят раздаст СГ. Вот первого забрали. Далее можно будет продавить еще и Лео Дранки. У того всего 14 хп. Ну, Лео Дранки сносит голову Свята. Ну, потом, правда, получается от спидака. Тот остается 1 в 3. Тут же пошел за бомбой. 38 секунд. Времени еще предостаточно, но он решает законтролить спину. А вот это круто, на самом деле. Если сейчас Нак ошибется на пару с РЦФ, то можно еще и двоих забрать и на Б уйти. Но нет, Нак хорош по стрельбе. 2-1. Sharks первый же свой девайсный спокойно забирают. И Лео Дранки может сейчас купить себе АВП. У него 6800. Ну, не себе, скорее всего, GNT, но, тем не менее, девайс необходимый. Покупает авик и, да, все-таки отдает его профильному снайперу, что, ну,
абсолютно очевидно. Ну, что мы увидели пока, что от Dreamhaters хорошее начало, но Sharks также готовы очень серьезно включаться, хорошую стрельбу показывают, неплохо двигаются, видно, что готовы играть Dust2, видно, что готовы бороться за лонг, то есть разыграно все было идеально в этой ситуации. Но для Dreamhaters это еще ничего не значит, они играли с двумя фармганами, и три калаша всего лишь было, правда вот сейчас денег-то уже нет. Да, то есть новая экономика, она как... Ну, предыдущий патч по экономике, да, то есть он многое меняет в хорошем смысле, то есть ты раньше закупаешься, но и в плохом смысле, если ты проигрываешь первый же девайсный, ты не успеваешь просто накопить себе денег. Вот сейчас, да. Ну, скорее всего, будут делать какой-то бай, потому что лустрика-то нет, у вас не хватит денег на следующий раунд, но... Ну, может быть, мы увидим какие-то пистолеты с арморами и раскидкой, я не думаю, что прям будут девайсами под ноль закупаться, но тут, хотя бы два тут девайса. Тут всего два варианта, либо тратить буквально совсем минимум денег, делать какой-то 3К бай, да. Либо закупаться вообще под ноль. Ну, для этого, наверное, и взята была пауза. Сейчас ребята будут это выяснять. А вы, дорогие друзья, не забывайте заходить на сайт Lootbet, делать ваши ставки, зарабатывать MR-поинты. И в конце недели лучшие из вас по недельному ладеру забирают халявные скины от Lootbet. Это очень приятно. Да, причем сами зайдите, посмотрите, какие там скины, не пожалеете. Это действительно что-то да. очень значимое. То есть это не какая-то там, не какой-то ширп, да, которым просто Lootbet пытается от вас откупиться, скажем так. Это действительно хорошие скины, если вы действительно... Если у вас хороший винрейт, если вы понимаете игру, если вы следите, если вы ставите, то это идеальный сайт для вас, чтобы зарабатывать еще больше. Ну а тут продолжается. Кстати говоря, решили поступить действительно по плану, тратим поменьше, по 2600, 2400, 2500, в общем, оставили на большинстве игроков. И Крат уже на лонге сносит Лео Дранки, и был таков. Отличная реализация пустынного варла на раннем тайминге раунда, и теперь уже в большинстве остается команда Dream Eaters. Да, но опять же, девайс забрать не получается, и вы по-прежнему с пистолетами, у вас по-прежнему несколько игроков вынуждены играть с глоками, но есть раскид, есть смок и флешка, и если грамотно как-то это использовать за счет преимущества у одного игрока, шансы-то у Dream Eaters неплохие вырисовываются. Да, да, то есть в любом случае можно разыграть еще разок через лонг и забрать, например, здесь экзита, у которого ни одной гранаты, который тут абсолютно один-одинешенько. Под флешку просто его сейчас хотя бы выбить с позиции и потом уже... Вот прилетел, кстати говоря, смог, флешка и уходит экзит, но возвращается и получает по голове. Это второй фраг от Крада с его пустынного орла. И плюс два девайса для Dream Eaters. Все, а теперь Dream Eaters уже в преимуществе. То есть их не только больше, у них еще и два гана есть. И, соответственно, можно отыграть далее гораздо более вариативно. Вот ты посмотри, перетягивается под точку Б, понимая, что мы дважды нашумели на ланге. Скорее всего, сюда пойдет перетяжка. А с Б, как мы видим, уходил Нак. Но возвращается, у него есть гранаты и 37 секунд. Если вовремя эту зажигательную отбросить сейчас в Т-шку, тогда проблемы возникнут у Dream Eaters. Хелпа будет очень медленно. Но вот сейчас зачекали информацию по медлу. Это дает понимание Sharks, что будет атака на точку Б, прилетает зажигательно. И уже втроем практически готовы принимать этот выход для Dream Eaters. Да, есть осколочная граната, но Нак ловит отвратительный тайминг, тем не менее тиммейт прикрывает, правда Джейнти падает, Нак остается один в точке, тиммейт уже открывается через ворота, и по идее должны бразильцы тащить такой непростой раунд, РСФ остается красным, Нак последним патроном буквально дорабатывает Форестера, но потеряли аж 4 девайса против экономического раунда. Крат просто хорош. Три фрага в этом раунде, два с дигла, один с эмки, практически продавили. Если бы Нака получилось забрать быстро, тогда бы, конечно, все у Dream Eaters смогло сложиться по совершенно другому сюжету. 2-2, но благодаря этому раунду девайсы хорошие у Dream Eaters, а экономика у Sharks пострадала. И раунд за два для них сейчас. Да, Лео Дранки играет с фармганом, а в свою очередь GNT, естественно, вынужден играть без АВП. Но при этом и МП-7 можно на близкой дистанции реализовать по нескольким игрокам. Расстановка гораздо более дефолтная у команды Sharks сейчас. В упоре играет Лео Дранки под банкой. Два тиммейта в А, два тиммейта под Б. Ждут. Dream Eaters играют от дефолта, контролируют позицию. Медленно занимают мидл, собирают инфу. Если что, можно занимать шорт. Мы-то видим на миникарте, что там никакого сопротивления не встретят игроки Dream Eaters. И под флешку здесь аккуратно Владислав чекает. Да. Осознавая, что здесь даже на чек никто не стоял. Там открытие все-таки по Лео Дранки. Выкурили его из угла и далее добили. Странная игра от Лео, учитывая, что на руках у него был фармган. Вот на такой дистанции пытаться перестреливать так с автоматами Калашникова. Его же молотовым выкурили с позиции, он убегал, его забрали. Он там за дверью сидел.
В итоге укрепляют лонка, а выход-то через шорт. Пошел Дримейтер с десант на КТ, РЦЕ под помочь Дримейтом никак не может. ЖНТ отваливается, и что мне подсказывает, что точка А под контролем у Дримейтерс. Да, экзит разменял одним фрагом, но одного здесь крайне мало. Да, его еще и самого могут похоронить на этой позиции, тем не менее забирает Кинки. 2-3, бомба только поставлена, но ты посмотри, где находится Форестер. Да, это странно на самом деле, что он идет сейчас тэшку. Он уже подумал, что, видимо, на сейв будет уходить Шаркс, но погоди, как бы еще ретейк может быть. Так, ХАЕ полетело, НАК, 16 хп потерял, но времени очень мало сейчас у команды Sharks. Нужно в срочном порядке выходить на этот ретейк или разворачиваться на сейв. Сейва, как там мы Форестер, видим, не будет. Форестер минус в итоге подключился с точки Б. Последний экзит, по нему информация есть, настреливает спидак, но играет очень агрессивно на самом-то деле. Пытается не дать уйти и засейвить девайс экзиту, его уже давят с двух сторон. И что-то мне подсказывает, что сейва здесь не будет. 2-3. Дримейтер сейчас обрушили экономику Шаркс. Им нужно делать форс-бай, потому что по 1500 у троих тиммейтов. Да, очень четко сейчас сыграли. То есть и на экономическом сыграли четко от энтрифрага. И сейчас, прекрасно осознавая расположение своих соперников, отыграли на уран. Ну вот 2-3. Шаркс играют с пистолетами и одним скаутом. Посмотрим, что они с этого смогут извлечь. Лео Дранки заходит тэшку, и, по-моему, по нему информации не было. Крат может подставиться сейчас, но, да, подставляется, и Лео дает. Фраг тут же размен от Кинки последовал. Опять же Нак подключился, и Кинки по итогу забрали. Плюс два девайса, по идее, на руки должны падать сейчас Шаркс, но в нижней тэшке девайс не забирают. Перетяжка под лонг, там три игрока Дримейтерс, и если сейчас бразильцы прочитают этот вектор атаки, то можно как-то укрепить на точке А. Но они уже не успевают, тут же активно Дримейтерс проходят, а для того, чтобы сюда прибежать, нужно будет время потратить еще команде Sharks. Так, пол хп сняли Святу в смоки, но на этом все перестрелки от Sharks заканчиваются. Есть пока. Есть два смока еще у Sharks, но нет диффузов. Вот этот момент очень важный. И пойдут ли они на этот ретейк, потому что как бы можно засейвить три девайса и даже закупиться попробовать в следующем раунде, возможно. Ну, видимо, уходят на сейв, да. Все-таки Sharks предпримут попытку сейва в этом раунде. Четвертый для Dreamhitters, пока на карте Dead Us 2 выглядят очень уверенно, несмотря на там обидно проигранные раунды. Они, я думаю, все прекрасно осознавали, как, почему и... Ну, ты знаешь, оба коллектива смотрятся неплохо пока что. Да? Мне кажется, это прям начало такой бойни, очень серьезной на трех картах, и тем интереснее для нас. Потому что первое было три, которые мы с тобой комментировали. Ну, не очень впечатлило, на самом деле. 16-10, 16-11 было где-то тоже не совсем легко, но по итогу уверенно. 16-9 даже, 16-11, да? Вот так. Да, но там только за счет ошибок от команды Super Jimmy Chaos смогли именно с такими счетами закончить. Статистика по последним пяти матчам от Sharks, я так посмотрел, на самом деле проигрывали даже не самым сильным там командам бразильским. То есть это говорит нам о том, что Sharks тоже такой коллектив не совсем стабильный. Да. И вот здесь, можно сказать, идентичные команды встретились у нас. Ну, в своем регионе они действительно Нок. Просадили его. Они представляют некую опасность и некий интерес, но в рамках всемирного Counter-Strike, естественно, они немного отстают. Лонка дают под контроль Dreamhitters, они медленно на шифте на контакт выходят, и это на самом деле ключевая позиция, чтобы сейчас спитануть как-то точку А, потому что три игрока, посмотри, и в шарте никого нет, и лонг не занят, и они как бы между небом и землей зависают сейчас, и если грамотно разыграть этот сплит, то будет тяжело опорникам точки А здесь сопротивляться этой атаке. Там, по сути, в сайте двое. GNT со скаутом может отстрелить пару голов. Пока ждет выхода на себя. Видимо, выхода-то этого в ближайшее время и не будет. Dreamhitters прям очень аккуратно разыгрывают. Мне нравится пока что, как они атакуют, как они двигаются по карте. Хорошие решения принимают. Решили впятером сейчас атаковать через лонг за счет огневой мощи преимущества. Пытаются продавить одну позицию. Но это может получиться на самом деле. Начинается контакт, РСФ погибает. Тут сайта пытается проштрафить как-то GNT через смоки, но сам погибает от крада. И, в общем-то, точка А снова под контролем. И снова нужно задуматься о сейве ребятам из Sharks. По крайней мере, экзиту со своей СГшкой. Да, СГ стоит сейвить. Девайс опасный, девайс ваншотный. Еще и вот с коллиматором, который может, как и на уге, принести тебе какое-то преимущество на дальней дистанции. Да и армор. Дело приятное, но Лео Дранки тут может еще один девайс достать. Крат, возможно, ошибется. Нет, не на этот раз. И вот экзит сейчас в огромной опасности. Его видят, его уничтожает Свят.
Крат хорош, пока что очень хорошо включился в этой карте, прям безошибочно играет, круто стреляет, круто двигается. Да вообще все ребята показывают хорошую игру от Dream Eaters. И бразильцам тяжело явно защищаться, но мы понимаем, это Dust 2, и как бы бразильцы на ней, как ты уже говорил, очень мало играли, и в общем-то не особо хорошо. Ну да, опять же, статистика берется за последнее время, и брать какую-то абстрактную статистику за год смысла большого не имеет, да вообще никакого не имеет. Спидак тем временем начинает с энтри-фрага очередного для команды Dream Eaters, и в очередной раз, открываясь через банку, они дают этот энтри. И снова экзит один на ланге, без поддержки тиммейтов, если Форестер подождет кого-то под размен, то вдвоем эту позицию экзита будет слишком легко вскрыть. Да, перетягивается сюда сейчас снайпер коллектива, это Джинти готов уже хелповать своему тиммейту. Но там флешки должны его, в принципе, останавливать. Посмотрим, смогут ли они попасть в него светошумовой гранатой. В любом случае, экзит прикроет тиммейта. Да, кстати говоря, там очень четко закрывают пока снайпера. Минус экзит, он не успел добрать Форестера. Вот его осталось 22 хп. И снова экзит, выпадающее звено на точке А. Снова он соло стоит на ланге. И это слишком легко, на самом деле, для Dream Eaters, учитывая, как хорошо они действуют на Dust 2. Вот здесь серия разменов по точке Б. Пропуш был в верхней Т-шке. И бомба под контролем. Но GNT под такой урон попадает. Один хп чудом выживает. Правда, на руках у него снайперская винтовка. И этот девайс эффективен и с таким количеством хп. А вот Форестера здесь почему-то он не ждет. Да, в итоге остается 1 в 2. RCF. Сейчас RCF. У него выход на эйс, да. Либо уже ГГ. Либо эйс, либо кик. RCF. Заходит Форестера. И, в принципе-то, может еще и свято здесь перестрелять. Позиция позволяет. И он это делает. Это эйс от RCF, учитывая, что Sharks планировали уже уходить на сейв. Такое ощущение. Там, в этом пуше, на точку Б. Да уж. И RCF, вместе с, использовав тиммейта как приманку под точкой Б, пропушил верхнюю темку, забрал здесь троих, охранял бомбу, засейвил ВП, дал эйс, сделал все. Да, обидно сейчас для Dream Eaters на самом деле, но экономика есть, и главное здесь не расстраиваться лишний раз. Но Sharks показывает, что индивидуально-то игроки скилловые. И неважно, что это Dust 2, нужно учитывать, то стреляют они хорошо и действуют, двигаются так же. Вот сейчас они разошлись очень дефолтно. Это 3 плюс 2. Снайпер стоит на рекламе. Ну, то бишь, сейчас на машине. Есть игрок на гусе. Вот прям совсем классическая расстановка вот команды Sharks сейчас. Мидл контролируется только так вот, на чек от RCF через ворота. Ну, тут два игрока уже занимают мидл. Сейчас будет раскидка смоков, скорее всего, стенки на КТ. Попытка спитануть, возможно, бэсайд. Пока бомба не торопится никуда идти. Просто ждут агрессии от Sharks. Собирают инфу. Опять же, сами Dream Eaters, вероятно, знают, насколько порой в защите любят Sharks агрессивно сыграть. Ведь на следующей карте это будет более заметно. Но, тем не менее, здесь никакой агрессии пока они не дождались. Девятый раунд уже подходит постепенно к концу. Все 10 игроков живы. Очень хорошие позиции у Sharks. Пошел. Есть уже энтри-фраг от RCF и выход на точку Б. Форестер уже в окне. Флешка тиммейтов. От нее слепнет Нак. Но в итоге Форестер его проходит. И RCF в опасности. Ему, похоже, здесь не жить. Лео разменивает, но точка Б под контролем. Ретейк невероятно сложный 3 в 3. Мы прекрасно понимаем, что это даст 2. И здесь на Б вот так выйти на ретейк максимально сложно. Но есть смог и пару флешек. И, кстати говоря, если смог бросить как-то в тоннель сейчас, флешки там моментальные, можно и зайти. Но экзит идет первым номером, у него в руках UMP, поэтому можно будет как-то более активно, более мобильно играть. Свят ждет врыва в окно, врыв в окно будет как раз-таки от экзита. Флешка оставляет Свята в бланде, но нет врыва, пока что экзит есть фраг. Падает тут же два его тиммейта и остается только JNT. Один против двоих, ни времени просто уже не хватает. Есть минус, попробует сесть на диффуз бомбы, начинает кусать бомбу. Кинки отдается, но времени не хватит. Прекрасно понимал Кинки, что в любом случае раздефьюзить GNT не успеет. Ему просто нужно выйти по таймингу и не дать этого сделать. 3-6. Dream Eaters хорошо играет в атаке. Даже очень хорошо. Наверное, бразильцы не готовы пока что как-то ее останавливать. Но вопрос только в том, а не будут ли себя бразильцы более комфортно чувствовать тоже в атаке на Dust 2. Все-таки, когда вы эту карту играете мало, то в защите тяжело. Да, тогда сложно прочитать какие-то дефолты соперника, да, понять, да, куда тебе пойдут после разменов. А вот в защите, точнее в атаке, уже можно будет действовать. Как раз-таки та агрессия, о которой ты говорил, может включиться. Ну вот и посмотрим, пока пытаются АВП реализовать. Как раз-таки ждут этого, в частности, Кинки.
выцеливает подобный мув, и вот чекнул, и вынужден был отойти. Снайпер, кстати говоря, нет, он даже пошел еще глубже после этого, но Свят уже собрал всю информацию под А. А что делает GNT у нас? Он по-прежнему шарта пытается реализовать свою снайперскую винтовку, но нужно быть где-то, наверное, чуточку агрессивнее. Свят уже на гусе, вот вам и привет. И сейчас это будет сюрпризом для игроков из Бразилии. Да, бомба вот-вот будет ставиться. Залетает Молотов, отойти вынуждены Шарксы. Не понимаю, что сейчас точка А занята целиком и полностью. В любой момент сюда может прилететь еще пара гранат, и вам уже не сдобровать. Тем не менее, GNT остается на своей позиции в попытке дать фраг. Но вот только сейчас они разворачиваются. Пытался он, конечно, кого-то найти, но понимает, что снайперскую винтовку засейвить в таком раунде будет просто гораздо эффективнее. И, в общем-то, вообще никто не подставляется, даже не пытается его тиммейты. Они просто идут защищать свое ВП. Охранники. Security. Седьмой для Dreamhaters. Сейчас деньги будут у бразильцев. Ну и пора бы уже, наверное, хотя бы показать нам что-то на Dust 2. Забрать бы еще 3-4 раунда. Хотя бы 3, наверное, для Sharks. Шестерочку вот взять. И я думаю, в атаке они могут небольшой камбэк показать. Бразильцы в футбол играют, сестра. На респе. А бразильцы везде играют в футбол. Неважно, в какой игре они находятся. Так, ну что, бай от команды Sharks. АВП засейвили. Далее к нему докупить АУГИ. Ну и, вероятно, пару М4. Ну, вот одна появляется для Нака. Киты есть у GNT. Гранат ограниченное количество, но да, хотя бы столько. Гранат очень мало. И это, конечно, печально на Dust 2. Без граната еще тяжелее гораздо. Моментальная флешка, под которой выпускает своего тиммейта. Там Лео Дранки занимает по итогу лонг. Но за него и не боролись Dreamhaters. Они на первых таймингах выходят. Шарта и Крада могут не ждать так быстро здесь. Крат открывается, но все-таки GNT был с АВП, и к такому муву был, судя по всему, подготовлен. Есть уже энтрифраг теперь для команды Sharks. Ну, может быть, Свят здесь удаст разменяться? Нет, он подбирает АК и отходит. Четвером остается Dreamhaters, но ничего страшного, это Dust 2, мы знаем, как это работает. Сейчас как-то выбить игрока на мидле, зайти на точку Б, и уже ретейк невозможен будет для Sharks. Пошел выход, экзит, в ответ врываться, Смоки не рискнул, потому что подгорел на Молотове, но не ждут этого врыва. И как же жестко он двоих здесь упаковывает буквально за секунду. Форестер попытка зайти в окно, и его девайс улетает на 15 тысяч километров просто от выстрела РСФа. Очень жестко отыграл экзит, без каких-либо флешек, без всего он услышал, что раскид точки Б уже пошел из-под стены. Не хотя понял, что он подгорел, нужно ворваться. Он подгорел, и по идее Dreamhaters должны были слышать и ждать этого врыва. Но они слышали, но они подумали, что он ведь не настолько безумен, чтобы после того, как спалился, лезть в смоки. Но по итогу произошло именно так. Деньги у Dreamhaters, конечно же, есть, но это последний бай. Посмотри, как мало гранат теперь у коллектива из России. Там буквально пару смоков, флешек, но в принципе достаточно, чтобы раскидать любую точку. Вопрос только, в каком направлении двигаться. Пока под А работают идеально их стратегии, и, возможно, нужно обратить внимание именно на это. Там пошли перестрелку у Лео Дранки. Ой-ой-ой, попозже об этом. Тут Святу очень больно достается сразу же. И Молотов прилетает, и да ладно? Он пожалел смог, он подумал, что не догорит. Да, он, видимо, подумал, что не догорит, но когда он-то понял, а это было заметно, было уже слишком поздно. Да, пожадничал $300, но, возможно, это был важнейший смог, который он должен был бросить на одной из позиций, поэтому он так решил сыграть. Но мы видим, что это было опрометчиво. Там еще и Кинки ХАЕ получил. Четвером остается Dreamhaters, будет раскидка, возможно, попытка будет упасть на КТ, правда, смока. По смокам что там? 1, 2, 3, ну, в принципе, это достаточно. Флешки полетели, GNT, а вот сейчас чем его выгонять-то с позиции? Осталось буквально две флешки Форестера и Кинки. Он запрыгивает на машину, отворачивается, тут пуш на КТ, и GNT промах, но второй выстрел точен. Реабилитируется сразу же, да, после промаха на гусе. Экзит готов встречать этот выход? Нет, не готов. В итоге вдвоем оставшись Dreamhaters по-прежнему имеют огромные шансы на то, чтобы раунд взять. По-прежнему уже в Кинке, у него в руках АВП. Да, у Кинки есть АВП, он может здесь зарешать, но как же четко Нах открывается под хорошим углом для себя. И Крат последний, но один в поле не воин, его здесь со всех сторон обходят. Пятый за Sharks. И проблемы у Dreamhaters появляются. И вот видно, что Sharks не смотрят СНГ матчи, не знают за... Не знают, что за СНГ командами числится вот эта черта. Постоянно использовать раунды с десантом в КТ. Это меты сейчас очень широко используются не только у нас, но и в Европе. Но вот в частности наши команды многие используют этот раунд. Просто дело в том, что, видимо, Sharks мало играют Dust 2. Поэтому, наверное, они не знают таких мувов. Ну,
По итогу-то справились, как бы, да? Там просто не очень уверенно отыграл снайпер на машине, но на самом деле ситуация у него была практически патовая. То есть там смоки, флешки, тяжело было там хорошо сориентироваться. Но вот сейчас пистолет на руках у Dreamitters, Sharks смогут догнать по счету. В принципе, они будут в шаге после этого раунда. Но этот шаг может быть не таким уж и простым. Крат, я уж думал, что очередное открытие с диглом принесет ему очередной фраг. Кстати говоря, тут сильно рискует Нак. Нак рискует невероятно сильно. Он сам вышел прям и напоролся на пулю соперника. В итоге его команда в меньшинстве. Да, РСФ-то один на точке Б. Сейчас Форестер уже, ой, Спидак уже на грибах. Начинает наваливать дэмэджа. Подключение игрока с КТ. Но не получается пока разменяться. Б в опасности. Но почему так медленно действуют кинки? Нужно было поактивнее, наверное, работать с верхней тэшки. Он ждет тиммейтов, и они вместе будут сейчас пытаться запушить РСФ. РСФ, фраг есть. Далее забрать Форестера сможет ли? Да. Действительно сможет. Крат остается 1 в 4. И это либо квадрокил с пустынного рва 1 в 4, либо это 6-7. Второй вариант пока гораздо более вероятен. Убегает, спалившись в верхней темке. Кстати, неплохой мув, потому что там вот Шаркс на секунду замешкались. Крат хотел запрыгнуть на X, пропрыгнуть куда-то на точку А и там оказаться за спиной своих соперников. Но 3Б и один только по лонгу бегающий Лео Дранки. Крат здесь никого не найдет. А в тот момент, когда найдет кого-либо, он, вероятно, будет вынужден стреляться аж с тремя игроками единовременно. Крат пытается еще какую-то экономику выбить, но выбивает его. Лео Дранки хорош. 6-7, но это были только пистолеты. И как серьезно они по нервам-то подергали по Шаркс. Там были прям более чем большие шансы, чтобы выбить эту точку Б и в итоге этот раунд себе забрать. Да, фраг-то был только один, но раунд-то по-прежнему был напряженным. Сейчас появляются 4 АК и СГ для Кинки. Вот теперь уже гранат достаточное количество у Dreamitters для того, чтобы разыграть раунд, возможно, как-то более гибко. Не экономя их, кстати говоря, там занятие лонга уже от Dreamitters. Десант пошел от света в яму. Все, позиция целиком под их контролем. Ну, лонг, главное, что шорт контролируется сейчас от Sharks, и это позволяет им, в принципе, здесь хорошие позиции занимать. Тут бустят именно снайпера теперь на точку А. Но Dreamitters вопрос только в том, будет ли пушить по лонгу или оставят сейчас одного тиммейта там, перетянутся там через какой-то смок на X, попробуют через шорт зайти. Это было бы, наверное, более логично. Да, уходит, по-моему, Крат сейчас, давайте этот смок на Т-респаун. Нет, это выход, это перетяжка по точку Б. Бомба перетягивается, один остается игрок в яме. Очень интересный раунд сейчас разыграл Dreamitters. От свята многое зависит. Ему нужно по таймингу выйти, будет после действий своих тиммейтов и попробовать там максимальный импакт внести. Посмотри, под бета только один РСФ, он с АВП, и что за позиция-то у него? Слушай, атака-то уходит в нижнюю тэшку, это, вероятно, какой-то сплит. Ну ладно, не будем уж фантазировать, да, тут посмотрим, да, чем все закончится, но... Такое ощущение, что Dreamitters даже нас пытается запутать, потому что мы не понимаем. Нак слышал. Нак слышал, как прыгнул. Крат, и что ставит? Чуть ли не в прыжке Крат ставит хедшот. Крат себя хорошо чувствует, мы это уже подмечали. Выход через шорт плюс лонг, и сейчас зажатый Шаркс на точке А. Да, какое-то время это зажигательное на себя отвлекает. Экзит. Хорошая позиция, кстати говоря, за смоком. И если он здесь раскрутится, 17 секунд. Самое главное, это время. Сейчас нужно ставить бомбу. Dreamitters, 2 хедшота, 3. И это легчайший раунд для них по итогу. Это был очень хороший раунд от обеих команд, я вот так даже скажу. Да, но видишь, опять, вот что я могу подчеркнуть, и именно исходя из того, что мало опыта Sharks на Dust 2, у них постоянно позиции в соло. То есть был сейчас игрок в шарте без поддержки тиммейтов, хотя в принципе там мог оказаться еще кто-то, и тогда бы эта позиция сыграла бы гораздо эффективнее. Да, но было такое ощущение, что это его личная инициатива, потому что Экзит сидел в хорошей позиции в сайте. Да, 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 ну ты прав. Ну, но даже если у тебя есть личная инициатива, ты должен как-то синергировать с тиммейтом. Определенно. То есть нельзя так, у меня есть инициатива, а ты сиди там сам, что хочешь делать. То есть, ну это мы не раз уже видели, да, Экзита на лонге играет часто один. Его там выкуривали Dreamitters. То есть позиционно Sharks не очень-то хорошо себя чувствует на этой карте. Так, а тут, кстати, нет, я думал, в нижнюю тэшку сейчас побежит Кинки, но дают засейвить ВП РСФ, не смогли его найти. РСФ 13 на 7, между прочим, статистику имеют. Фраг лидер в данный момент, сразу же за ним Форестер. Но я думаю, Sharks, если заберут сейчас 7-й раунд, это их более чем, наверное, более чем достаточно для них. В атаке, мне кажется, они будут смотреться гораздо эффективнее. Ну вот и посмотрим. Открытие от Крада. Ну тут уж в смоки просто зашел его Лео Дранки.
Хороший мув от Лео. Ну а сейчас выход по точку Б, а там снова соло-игрок, на этот раз Нак со своим девайсом. Выход под флешку, идеально, но не чекают, не чекают его Нак, двоих в ряд кладет, можно третьего флешки от тиммейтов. Как же круто сыграл Нак, и экзит по итогу ставит жирную точку в этом раунде. Dream Eaters, ну не ожидали этой позиции сейчас, на самом деле. А круто сыграл Нак, очень круто. Хотя в какой-то момент, мне кажется, его должны были услышать. Он там, по-моему, без шифта забегал. Да, скорее всего, не слышали. Они только в этот момент в верхнюю темку поспели. То есть кто-то скажет, что как же так, Dream Eaters, в чем дело? Почему не чекаем дефолтную позицию? Но суть в том, что позиция не такая уж дефолтная. Да. Слишком много других точек занимается намного чаще. И, ну, да, на следующий раз, я думаю, кому-то скажут, а потом... Чекаешь лево. Да, да. В любом случае, первая позиция чекается именно нычка справа, потому что там чаще всего стоит игрок защиты. Но ничего страшного для Dream Eaters здесь не произошло. 8 раундов атаки. Мы прекрасно понимаем, что на Dusty 2 они могут более чем эффективно играть и в защите. Мы увидим это после небольшой рекламной паузы. Никуда не уходите. Все еще самое интересное только впереди. Loopbet. Made for live betting. Равный счет 8-7, буквально вот с таким преимуществом Dream Eaters выигрывают сторону атаки, сейчас перейдут за защиту. Мы видели, как хороши они за защиту против Немиги, был у них матч, они там выиграли на последнем издыхании, правда это было 16-14, но Sharks в защите, мне кажется, они себя чувствовали не очень комфортно, а в атаке... Мне кажется, будет гораздо интереснее, Sharks. Это агрессия, это стрельба, может сработать. Ну, это как раз-таки тот момент, когда пистолетный раунд не решает все на карте. От этого становится только интереснее смотреть за происходящим. Смок на X и будет пушлан через шорт. Спидак не тратит вообще деньги. Я вижу, это не в первый раз вот такая мета у команды. То есть он сразу же копит. Раньше так распространено было в 1.6, но вот в CSGO действительно это увидишь крайне редко. Занимается шорт вчетвером. Один игрок в этот момент пытается... Сейчас какой-то, опять же, смог будет фишечный нак раскидывать своим тиммейтам. И посмотри, два игрока с шорта уходят. Это будет... Это занятие было шорта вчетвером. Два игрока перетянулись, возможно, даже специально, чтобы их спалили. И опять просто не хватает у меня здесь... IQ, чтобы вычислить, что это будет за раунд. Потому что два игрока сейчас уходят на Титаник по точку Б с гранатами. Кидается смок, видимо, через верх какой-то на Б-сайт. Нет, Нак не стал его тратить. А что происходит вообще на карте? Сейчас поймем. Может быть, чекали аркаду, может быть, еще что-то. Ну, по итогу выход лонг будет смок бросаться на КТ, я думаю, от Нака. И потом уже выход сплит точки А. А здесь Кинки как бы на чек играет, и он сейчас увидит этот выход втроем. Нужно ему отходить, нельзя подставляться. Да, но суть в том, что теперь позиция, по сути, в сайте только у спидака. Одному принимать весь этот выход будет сложно. Вот Кинки смещается на машину, теперь его могут здесь зажать. Он пытается играть просто на пиксель, чтобы с глока было сложно отстрелить его голову. Но ХАЕ прилетает, начинает зашивать. Есть все-таки минус от Кинки, и даже два фрага он успевает дать. Далее под флешку еще одного забирает. Ну, блестящее исполнение в защите в этом раунде от команды Dream Eaters. Как идеально свою позицию реализовал Кинки. Он как раз-таки на дистанции за счет USP просто перестрелял коллектив Sharks 1. Соляру закрыл троих, это на самом деле очень жестко. Да, и стоит отметить, то есть, что они понимали, что делают Sharks, и от этого, отталкиваясь, четко действовали. 7-9, Dream Eaters не только выигрывают по счету, но еще и выиграли пистолетку. 64% винрейт на пистолетных раундах, это серьезно. Ну, это нам сейчас и продемонстрировали Dream Eaters. 9-7, денег сейчас у Sharks нет, они делают полный экономический, ничего не купили. И попробовать просто пробежать где-то на морозе, поставить бомбу. Кстати говоря, это может получиться через шорт. Там их никто не принимает, только игрок на грибах есть. Ну, вовремя ли они поймут, что им эта позиция отдана? Пока следует именно туда, там есть фраг по Лео Дранки. Но нужно просто плюс В бежать, ставить бомбу. Хотя Кинки может и не дать этого сделать. Кинки
одного. Опа, а его-то съедают, и бомба-то будет в любом случае стоять. Хае! Ох, это было опасно. Но Нак поставит бомбу, прыжки от Свята. Свят первого забрал, второго. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Да тем более его в итоге забрали. Слушай, а тут два девайса уже потеряли. Dream Eater смогут еще одного лишиться. Да, очень круто разыграли Sharks этот раунд. По итогу огромнейший плюс для себя. Да, их, конечно, перестреливают, но такой удар по экономике, плюс поставленная бомба. И Sharks сейчас, если выиграют следующий, у Dream Eaters не будет денег на бай, скорее всего. Да, и такой удар по экономике очень серьезно, в плане того, что, несмотря на то, что выбито всего два девайса, это абсолютно бесплатно досталось команде Sharks. Глоков. Просто глоки. И они плюс 800 каждому заработали себе. Покупают АВП теперь для GNT. Гранаты есть. А вот авика у Dream Eaters нет. Посмотрим, какой раунд первый разыграют. Три игрока сейчас Т-шку летят, но это игра дефолт. Определенно два игрока спустятся в нижнюю. И там попробуют уже мидл занять. Контролируется в поджим сланга. В общем-то, классика жанра. Dusty 2. Sharks не форсируют события. Да, только лишь интересная позиция от GNT, и ту не назвать какой-то изобретательной. Он уже смещается с нее на контроль центра вместе с тиммейтами. Накидывать, возможно, будет им флешки в данный момент для того, чтобы те делали свой выпад. 2-1-2, кстати говоря, Dream Eaters сидят. Это тоже очень важно. Они укрепляют Б-сайт. Они боятся агрессии именно в этом направлении. В принципе, они правы, потому что понимаю, что у Sharks первый бай, вариант увидеть раунд именно сюда, все же довольно высок. Ну, как минимум, захват центра уж точно можно будет проконтролировать. Ну и точку А проще выбивать, давай будем откровенными, чем точку Б. Поэтому укреплять, что именно, конечно, выбор всегда падает на Б-сайт. Спидак на машине, но девайс не приспособленный, скажем так, к этой позиции. У него М-ка и как бы даже не АУК. Ну, я думаю... Возможно, стоило кинки туда как-то поставить. Наверное. Я думаю, позиционно как-то еще успеет сместиться, пока играет на углу, на случай, если вдруг пойдет контактный выход, чтобы собрать инфу. Очень важно, что экзит играет люркера. И такого люркера нестандартного, то есть не с мидла, а именно с тэшки. Не часто такое делают. Это круто может сработать по итогу. Да, пуш ждет. Пошел выход. Пошел выход. Леодранки, флешки. Десант на КТ. И вот тот раунд, про который ты говорил, который не знают Sharks. Они в итоге его сами и делают. Дэмэдж прилетает, но понимает, что на никого подсаживают. РСФ погибает. И вот пошел люркер. Все, внимание, сейчас к экзиту. Сколько фрагов у него получится дать? Ему нужно вовремя зайти в спину. Крат контролирует его или нет? Не пойму, нет, куда нет, смотрит. Нет, не думаю, не думаю, что контролирует. Мидл контролирует. Крат, какой тайминг! Феноменальная чуйка. Просто сейчас на морозе разворачивается. И на самом-то деле... Важнейший фраг он дал. Самый важный в этом раунде фраг дал. Далее просто доработать. Выбить плент. Забрать игроков на зигзаге. Или закрыть игроков на зигзаге. Серия разменов. Пока они идут все в пользу команды Dream Eaters. Они остаются 2 в 1. И последнего добирает спидак. Да, и вот тут не поймешь, то ли экзит слишком медленно шел в спину, то ли крат просто идеальный тайминг для себя словил. Экзит как раз таки и шел медленно в спину, чтобы игрок, который чекает эту спину, уже подумал, что ну все, никого нет. Расслабился, да? Ну... Вот буквально секунду, ты понимаешь? Да. Секунда бы позже, я уверен, крат бы просто глянул в ту сторону, развернулся и побежал бы. И эти тайминги, конечно, когда они происходят, это очень круто. Dream Eaters чудом, можно сказать, спаслись сейчас от фрагов, от экзита. Так, в итоге под Б направлен вектор атаки, все пятеро верхней тэшки. Смоком закрывается она, хае полетела, успели большую часть урона Sharks задоджить, но все же решили развернуться, решили в смоук не лезть. Оно и понятно, тем более, что мы-то с вами видим, что по ту сторону три человека их встречают. А как бы Dream Eaters-то опять играют 3Б, и как выходить непонятно сюда. Посмотри, сколько гранат сейчас у коллектива из России. Это не просто 3Б, это еще и один игрок в миде, то есть там спидак пришел, дал фраг по игроку на респауне. На перетяжке просто подловил и погиб Леодранки. Причем, что примечательно, Dream Eaters сами в такой позиции, когда проходили на перетяжке, они голову вниз утопали, чтобы по ним не попали. Утопали. Утопающие. Спасение утопающих в руках самих утопающих. Но пока что Sharks в каком-то стратегическом тупике находятся. Они не понимают, куда им действовать. Под флешку будет скрываться позиция Кинки. Это может сработать. Но флешка немножко не туда прилетает. И вот Кинки в блайнде. Так, ну Экзит забирает тиммейта, потом забирает соперника. Тем не менее, еще пока не удалось спидака закрыть. А вот спидак закрывает Нака. И это 2 в 4 на 38 секундах. Да, и как дальше действовать, непонятно. Перетяжка пошла, уже три игрока принимают. Точку А, спидак на машине, его просто здесь не выгнать. Хотя два молотова есть. Но у спидака нет смока. Но его, если что, Форестер там потушит.
Перетяжка от Sharks просто бегают по карте. Я давно такого не видел, на самом деле, на Dusty 2. Но 20 секунд, и куда как бы... Куда действовать-то? В шарте крат, и его без фрага ты не пройдешь точно. Так, ну и в итоге крат забирает обоих. Крат довольно много фрагов в плане импакта дает, но вот в этом раунде два от него были уже такие завершающие. Ну что, 7-12, минус деньги Sharks. Dreamhatters готовы выходить на 13-й раунд, но практически бесплатно. Sharks будут отвечать, пытаться с пистолетами на руках, покупаясь до 2000. Да, проблема у Sharks действительно на Dusty 2 очень серьезная. Видно, что не готовили они эту карту. И, по крайней мере, себя чувствуют здесь не очень комфортно. Попытка опять же выйти на точку Б, но бомба-то перетягивается под А. Или под Б. Да вот тоже непонятно на респауне пока. Я не думаю, что есть какой-то вот изначальный кол. Да ты просто смотришь за Sharks по мини-карте, это как шоу Бенни Хилла какое-то, когда они просто бегают туда-сюда, и не поймешь, куда в итоге этот будет выход планироваться. То есть 4 игрока в Т-шке, игрок с бомбой сейчас на Т-респауне. Может быть, они боятся, что их стрим снайпят, и они пытаются вот так вот запутать. Стрим снайпят. Да, все-таки это будет пуш под Б. Форестер, хорошая позиция. Если что, ему крат здесь хелпанет, и будет крайне тяжело сюда выходить. Тут еще гранат куча, по итогу крат зажигательная по таймингу, и какое-то время нужно... Но она в уголок, ее обойти-то можно, это не проблема. Но опять же, ты пойдешь в узкий проход, и там по тебе так залетит с этого уга. Так, инак. В центр смоук. Две флешки от него должны отправляться именно в центральную часть карты. Тут же под свой собственный смоук Sharks начнут атаковать. Также должны флешку давать для того, чтобы, например, Форестер оставить блайнде. Но он именно против флешки играет, и Форестер сейчас будет принимать этот выход. Первого забрал. Далее по второму. Успеет ли? Нет, нет. Это два фрага от команды Sharks. Они, правда, остаются сами вдвоем. Но ретейк-то 3 в 2, пуш с окна не получился на первых таймингах. Три игрока, все идут с медла. Если бы на какой-то девайс себе как-то смог бы забрать, то тогда бы шансов бы увеличивались намного. Но нак по-прежнему с АЗ-шкой, хотя там АУК точно лежит на сайте. Интересно поступает Dreamhatter. Нак вышел на мидл, посмотри. Нак вышел на мидл, но он не ожидал, что спидак его на морозе сидит и смотрит. И в итоге спидак жирную точку в этом раунде ставит. Крутой мув от Нака. Если бы он сработал, то это было бы классно. Но он не ожидал. Да и вообще-то, наверное, бы никто в такой ситуации не ожидал позицию спидака. 7-13. Dreamhatter с трех шагах от того, чтобы закрыть Sharks на своем пике. Да, но у Sharks наконец будет бай. Это АВП, это АК-47, гранаты, арморы и все, что необходимо. Также бай будет и в следующем раунде в случае проигрыша, тем более, если поставят бомбу. Но это не категорично в данном случае. У Dreamhatters у самих денег достаточно много для того, чтобы позволить себе, если что, потерю каких-то девайсов, а то и мало ли проигрыш в раунде. Это не так тоже категорично для них будет. Распределяются Sharks по карте. В банку пока следует RCF. У него за спиной есть пара тиммейтов. Ну и верхние тэшки оставляют в очередной раз экзита. По-моему, довольно похожий раунд от Sharks мы видели. Но посмотри, лонг-то вообще сейчас не контролируется Dreamhatters. Это шанс раскидать, как-то зайти. Такого раунда, по-моему, от Sharks мы еще не видели. Через лонг, через смоки. Да, вот был похожий только вариация, когда выход шел через зигзаг. А вот экзит точно так же сидел в той же позиции и пытался выходить с спины через Б. Ну, экзит по классике жанра. Но сейчас его уже будет ждать 100%, потому что он уже один раз так делал. По итогу Sharks не рискуют атаковать и прям неуверенно действуют. Вот. Такое ощущение, что договорились о чем-то, подошли, и в последний момент кто-то говорит, да давайте что-нибудь другое. А? Тут Кинки под флешку сейчас ворвется, скорее всего, тиммейта. Так, ну он без флешки входит, разбирается и с Наком. Замечательно выходит. Кинки также погибает в размен от RCF. 4 в 4 ситуация. Но секунд-то тает. 40 секунд на таймере. И пора бы уже куда-то выходить. Это будет точка А. Один игрок на лонге, 3 с шарта. Ну, посмотрим, как это сработает. В принципе, готов разбирать спидак. Попадание по RCF. У того остается 5 хп. Да, обидно. И сейчас подставится под лонг. А здесь GNT только и ждал этого. Этой сладкой булочки. Игрок на сайте есть, на Свят по голове. Что это было сейчас? Свят в шоке. Подгорает, но дает фраг. 12 секунд, нужно поставить бомбу. Форестер может в прыжке помешать этому.
Флешки доджит экзит. Попытка прикрыть тиммейта, чтобы тот наверняка поставил бомбу. Экзит есть минус. Ну, далее Форестер 1 в 3. Он знает, что в яме сидит снайпер. Со стороны лонга открыться просто не вариант. Прокидывает зажигательную. Теперь знают прекрасно. Шаркс, где находится соперник? Экзит 3 хп. Ну нет, здесь Форестера уже нечего ловить. Нужно уходить на сейв девайса. И на самом-то деле странно, что Форестер даже не попытался подпрыгнуть и убить игрока, который ставил бомбу. Там 10 секунд было на таймере, то есть какая-то шара бы залетела, ну, и ты бы в смоки нырнул и выиграл бы раунд. Бомба-то ставилась закрыта. Ну да, кстати говоря. Так что попасть было сложно. Да и вообще он пытался тиммейту помочь. Схватывает на лету, уже разбирается с экзитом, но потом падает. И по деньгам небольшие проблемы есть у DreamEaters, у двоих игроков этих денег как раз таки нет, но спидак может разбросать здесь дропы. Вопрос только в том, захочет ли он купить снайперскую винтовку или все-таки даст два девайса. Один девайс дает и покупает АВП. Ну и со скаутом будет крат играть. В целом может и сыграть свою роль даже... Как же это было жестко! И еще и посмотри, какой дэмэдж по экзиту прилетает. Крат по итогу сейчас практически двоих забирает на первых же секундах. Это кошмар просто для Шаркс. Тут же крат находит еще один минус. Теперь по снайперу третий! Крат третий хорош. Фраг! Крат хорош. Три фрага, 29 хп у экзита. Просим еще. 80% у него хедшот рейд. Да... Результативность зашкаливает. Ну и вдвоем остаются здесь даже, наверное, полтора землекопа у Шаркс против пятерых. Так, ну и бомбу тут еще попробуй забрать. Да нет, здесь я не знаю, что должно спасти бразильцев. По гранатам одна флешка боевая и молотов, даже смока нет какого-то. То есть это определенно выход по точку Б, а там два игрока на приемке. Крат опять же, ну крат должен эйс здесь давать. Но Форестер, похоже, этот эйс у него сейчас заберет. Нет, экзит проходит, крат готов. Еще голова полева. Я не могу просто поверить. Эйс со скаута, крат, мы верим. Одно попадание, крат, ну давай. Ну почему, Свят, ну зачем ты это делаешь? Ну видно же, что нет шансов. Ну дай ты эйс парню. Играют на Верочку, тут не выясни дело. Обычно в такой ситуации кричат: я не дам тебе эйс, и бегут специально забирать пятого игрока. И убивают тиммейта, чтобы он эйс не сделал, да? Но это уже next level. Это Паш так играет, поэтому его часто банят. Так, Галил UMP, зато в остальном преуспевает. Ух, тут спидак 360 блайнди, но не попал. И лонг под контролем. Шаркс, но это мы уже видели, это мы уже проходили. Дальше как-то идей-то не возникает у бразильцев, как этот лонг использовать. Ну, идеи-то есть просто. Против DreamEaters это слабо работает. Пытаются проходить точку, а там их уже принимают на ура. Возможно, Шаркс иногда слишком мало времени себе оставляют. И побежали вдвоем чекать снова под джим с точки Б. Я такое вообще впервые вижу. Вот на самом деле, вот эти передвижения в атаке на Dust 2... Нам подсказывает, что, похоже, Шаркс не так часто на эту карту заходит. Вот дождались же пуша. Но вот, правда, остановить его не смогли. В итоге у DreamEaters в любом случае вся информация есть. Да, Т-шка занята. И, опять же, вам придется возвращаться на эту точку А и там как-то реализовать себя, пытаться. Ну, кстати, на самой-то точке А никого и нет. Ну, то есть два игрока, нет никакого укрепления, хотел я сказать. И тут спиддаг продолжает отстрел. Попадание по экзиту. У него остается всего 7 хп. Хороший дэмэдж, 45 секунд, уже 40, и все еще бомба в районе Т-респауна. Вот только сейчас подходит на пуш арта. А как вообще, как выходить-то? На шифтах, все понял. Ой-ой-ой, крат, я не знаю. У него все сегодня залетает, вообще все. Крат на Dust 2, какая статистика у него просто, мне интересно. 4 фрага со скаута, здесь смоук забирает соперника. Тот раунд, где он с дигла уронил двоих, потом подобрал мемку, еще одного забрал. Да. Практически забрали Шарк DreamEaters, экономический раунд. В итоге легкая приемка для Форестера. Одного забрал, второго оставил красным. Есть размен, но это не так важно. Да. Тут спидака еще попробую пройди. Времени просто нет уже на установку бомбы. Это 15-8. РСФ погибает после таймера. Ну и GNT и только лишь это выживает. Это 7 мапоинтов для DreamEaters. И непонятно... Как вообще Шаркс могут здесь зацепиться? Берется пауза, но не поздно ли она берется? Самое время. Камбэк из 7 раундов, а потом камбэк на допах. Честно говоря, я на самом деле не верю в P1.
победу Sharks, ну или даже в то, что они смогут добраться до допов на Дасте. Нет, здесь точно нет. Здесь понятно конечное. Но... Sharks уже нужно настраиваться на другую карту, потому что, ну, ну, видно, на Дасте они просто не готовы играть. Да, ну, дальше поезда могут учухать. Тут шведы с финнами. Залетели. Бывает. Все еще напоминают нам, везде, а вы помните? Везде эти шведы с финнами, куда ни посмотришь. Вы помните, как мы до этого разваливали? Не забывайте о нас. На самом деле, шутки шутками, это читалось. Проигрыш Sharks на Dust 2. Ты уже говорил, ну, практически не играют эту карту. И да, даже в те карты, когда они ее играют, они в салат ее проигрывают. Ну, у нас будет диаметрально противоположная карта Train по статистике. Но мне кажется, у Dream Eaters там шансов побольше, чем у Sharks на Dust. Да, если Крат будет так же стрелять, тем более, то шансы увеличены. Крат, Спидак, то есть они могут в два авика сыграть на трейне, это будет очень продуктивно. Они могут отталкиваться от стрельбы, тоже это будет продуктивно. В общем, у Dream Eaters там много вариаций будет. Ну, а Sharks на самом деле там могут вот на бразильский, знаешь, это плюс моральки. Бразильский регион, то есть южноамериканский, да, вот возьмем так, регион, так, он довольно сильно похож на СНГ-регион в плане... морали зависимости. Они могут действительно тильтануть порой от обидных каких-то моментов, а могут просто так загореться, что игру не отпустят до талого, даже когда, казалось бы, шансов нет. Да, горячие парни там играют, все это мы помним. Кстати говоря, слышал, ну, уже такая не свежая новость, но может быть то, что Фер покинул все-таки Нибр. Первоапрельская новость? Да. Хорош. Слыхал о ней? Конечно. Как тебе такая новость 5 апреля? Что? Сегодня какой у нас? Сегодня четвертое. Ну, практически пятое уже. Я видел, что Фер написал, что он всех затралил, и что все, кто поверил, неадекваты. Нет, ну просто на самом деле поверить в это можно было, исходя из того, что недавно был конфликт, ну, относительно недавно, у Фера с Cold Zero, и там они хотели чуть-чуть, до драки не дошло, там Фолан рассказывал, как он их потом обнял, они все плакали и... в итоге помирились. Ну, то есть, уже предпосылки были. Спидак тем временем забирает левый дранки. И уже меньшинство для Шаркс. Выход по точку Б планируется вчетвером. Но, опять же, это слишком тяжело. Так, осколочная полетела на этот выход. И урон от нее не получает Шаркс. Но выйти будет по-прежнему непросто. Во-первых, Форестер сам по себе может их жестко принять. Во-вторых, хелпа будет еще до того, как Шаркс до плента дойдут. Ну, дойти бы до планта. Я не знаю, сколько, интересно, раундов Sharks вообще ставили бомбу в атаке. Парочку, по-моему. Пока что пытаются найти какие-то фраги, по карте ищут, ходят. И на самом деле интересно, получится ли у них это или нет, потому что Dream Eaters играют очень надежно. Каждую позицию пытаются отыгрывать. Вот посмотри, как играют Dream Eaters. Практически все играется в парах. Оставили одного игрока на точке Б, и четыре игрока взаимодействуют друг с другом. Каждый с каждым. То есть вот он и ответ на вопрос, как нужно отыгрывать. Форестер роняет двоих, тут же Крат подключается. И мне что-то подсказывает, что его должны здесь проходить. Выход по точку Б, 3 в 2. Но опять же есть игрок в окне. Хае, какая крутая, еще и Молик набрасывается. Флешка, ну это просто идеальный розыгрыш. РТФ говорит, все это не важно. С двумя хп успевает забрать соперника, но далее, далее просто приходит Кинки, забирает двоих. И это четвертый раз, когда Sharks ставили бомбу в атаке. 16-8 уничтожили просто Dream Eaters своих оппонентов на своем пике. А вот на трейне-то будет посложнее. Sharks очень хорошо играют поезда. И вопрос только в том, насколько готовы ребята из Dream Eaters эту карту играть. Да, там будет непросто, но тем не менее мы уже об этом с тобой говорили, что у Dream Eaters на трене побольше шансов, чем у Sharks на Дасте. Но тем не менее...